место для разворота выбирай. Включи поворотник. Едь прямо. Чуть притормози. Пошли. Раз. И еще раз. Ну вот же у тебя поворот слева был. Ну поехали прямо уже. Выключи поворотник. Поехали. Прямо? Конечно. Ты на полосу для поворота не заехал. Ну где ты на нас так смотришь? Вот интересные люди, да? Они чего ожидают от учебной машины? Что мы будем лучше них и их ездить, что ли? Я вообще не понимаю. Еще так, знаешь, как будто вот снежного барса увидел там, смотрит. Ну люди себя-то не помнят, когда они такими были. Каждый они считают, что все асами рождаются, прям сели, все. Задача не отменяется. Это что? Пешеходный переход. Регулируемый пешеходный переход. Правильно? Место для разворота. Ну, смелее с газом, козой. В зеркало почему не смотришь? Видишь, ты сейчас въехала в полосу для поворота налево, а в обратном направлении мы ехали, ты этого не сделала. Ты хотела вот с этой полосы, понимаешь? Должна была, как вот автобус заезжает, чуть-чуть левее возьми, чтобы видно было дорогу, проезжую часть, ну, встречку. Газуй. Проехать этот пешеходник, да и все, да? Конечно. Зачем вы сразу под поезд бросаетесь? Вас не Анна зовут? Нет. Что, Анна под поезд бросается? Ты посмотри, где ты едешь. Все, короче. Нет, я имею в виду просто Анна Каренина под поезд. Я поняла. Да почему не твой день? Вот вы из чего решили, что вы должны идеально, прям вот ты пришла, идеально должна все, вот, я не знаю, все выполнить, вот показать, смотри, какой я водитель. А зачем тогда ты ко мне пришла? Чтобы понять свои ошибки, посмотреть на них, на эти ошибки. Я тебе твои ошибки показываю, вот и все. А ты уж делай выводы. Я тебе же говорю, не делай сразу поспешных выводов выполнения команд. Я тебе сказал, ты раз беспрекословно и выполнил. Причем даже не подумал. Не подумав, надо слушаться, вот честно, мужей своих.
А на дороге мы водители. Мы должны принимать решения. А то чуть что, не мой день, не мой день. А когда твой день будет? Да, ну, на заводскую туда поедем. Да включи ты поворотник. Газани от души. Вот. Ты на педальку боишься нажать.